Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка вот такой огромной посылочки из интернет-магазина Ивановского трикотажа «Василек». Здесь много одежды, полотенцей, классный-классный покрывало. Давайте начинать. Давайте начнем с полотенц. У меня их целых 3 штуки в заказе. Я брала уже полотенца «Васильки». Это Узбекистан. Они, кстати, мне очень нравятся. Они безумно круто впитывают, и они достаточно толстые. 380 грамм на метр. Так, одно полотенчико 251 рубль размером 70 на 140. Я обожаю эти полотенца. У меня еще одно в оранжевом цвете, в голубом. И давайте откроем, покажу вам розовое. Это большие полотенца за смешные деньги. И мне очень нравится качество. Вот так выглядит полотенце. Вот такое вот оно огромное. И до того, как оно впитывает воду, оно тоньше. А когда оно его впитывает, оно становится таким толстым, вот которое у меня сейчас в использовании. Оно прям такое толстое, мягкое, и ничего с ним абсолютно не случается. Оно не становится после стирки жестким. Вот такой здесь орнамент с двух сторон. Очень красивые, классные, качественные полотенца. Так, дальше. Дальше у нас что? Туника здесь должна быть. Да, туника в размере 68. Я взяла ее маме, но примерю на себя, вам обязательно покажу. За что люблю Василек, там огромный размерный ряд. То есть крупным девочкам можно найти на себя достаточно красивые, качественные вещи. Вот так выглядит этикеточка. И вот такая красивая туничка. Смотрите, под джинсу такая очень стильненькая, классная. Все с вами померим, посмотрим поближе. Так, следующий продукт – это спортивные штаны для дочери. Вот так они выглядят, красные. Так, по ценам. Туника 721 рубль. Спортивные штаны детские у нас 489 рублей. Они идут даже с дырочкой. Вот, смотрите, это Бонита. Бонита Kids. И вот так они выглядят. Очень красивая расцветка. Тут карманы. Лампас такой небольшой. И надпись. Внизу без резиночки. Вот такие вот простые. Тоже померим, вам все покажем. Я взяла немножко побольше на вырост. А здесь у меня размер на 9 лет. На 9 лет. Ну, если что, можно подвернуть. Пусть будет лучше так. Вверху резиночка, которая регулируется поясом. Он вставлен, то есть можно затянуть, если велико. Или, наоборот, сделать послабее. Так, следующее. Это мой костюм. Спортивный костюм. 100% хлопок в 56 размере. Я беру себе на 2 размера больше, потому что мне нравится, когда посвободнее, когда оверсайз. Вещи в Васильке можно брать согласно размерной сетке, прибавляя еще один размер. Я советую именно так. Для тех, кто любит посвободнее, можно и на 2 размера. И все зависит от вещи еще тоже. Но в основном под каждой вещью есть размерная сеточка, и нужно ее учитывать, потому что некоторые вещи слегка маломерят, и это хлопок, он может давать усадку. Вот так выглядит костюмчик. Он такой трехцветный. Практически как российский флаг. Это с коротким рукавом футболочка и темно-синие штаны. На резинке вверху с карманами, принт и резинка внизу. Я люблю такой фасон. Вообще спортивные костюмы в Васильке мне безумно нравятся. Я щеголяю только в них. Так, следующий продукт. Это у нас брюки мужские в размере 54, 100% хлопок тоже. Они у нас стоят 527 рублей, а мой костюм 845 рублей. Это классические мужские брюки темно-синего цвета. На резиночке. И внизу без резинки, просто они такие брючками. Качество пошивок Васильки идеальное. Осталось 2 самых классных долгожданных продукта. Ух, давно хотела, девчонки, эти пледы покрывала. Вот такой расцветки красивый. По типу, знаете, венга.
темно-коричневый холодный благородный цвет. У меня таких покрывало целых два в разных размерах. Я взяла себе и дочери, чтобы у нас были одинаковые. Покрывало в размере 200 на 240 стоит 1067, а покрывало в размере 150 на 200 стоит 261 рубль. Давайте развернем, потрогаем и, конечно же, застелим и посмотрим с вами в деле. Ой, какое оно мягкое. Эти покрывала есть в различных расцветках. Какая вам подходит, какая нравится, такую берете. Смотрите, какая прелесть. С изнаночной стороны оно выглядит вот так. Кстати, тоже красиво. А с лицевой вот так. Безумно мягкое, очень мягкое, прям велюровое покрывало вообще. Красота. Ну что, давайте все мерить, смотреть, рассматривать все поближе. Вот так, девчонки, выглядят брючки. Ну, покажи, повернись. Повернись. Вот, здорово. Отойди вот сюда немножечко в стороночку, покажи полный рост. Вот как они выглядят. Покажи пояс. Повернись передом. Повернись, подними футболочку. Вот, как раз, но не так сильно. Здорово. В принципе, они нам практически самый раз. Немножко можно подвернуть. Очень классные штаны, удобные, да, вообще. И то, что они вверху на резинке, вообще для ребенка, мне кажется, это самое главное. Девчонки, вот так выглядит туника. Она такая легкая, такая дышащая. Вообще, мне кажется, безумно круто на лето. Здесь есть карманчики. Длина ниже колена. Вот, рукавчик достаточно длинный. Прикольная надпись. Свободная, большая такая классная туничка. И на улицу можно выйти, как бы. Очень классная. И тоненькая прям. К телу невероятно приятная. Вот, покажу вам поближе, как выполнена горловина. Видите, здесь... отдельно пристроченная на горловина. Рукавчик. Все на оверлоке обработано. Все очень хорошо. Но у меня к васильку вообще никогда, в принципе, никаких нареканий нету. Качество у василька замечательное. Меня устраивает. Очень красивая туничка. Нравится. Вот так выглядит костюмчик. Девчонки, безумно приятный тоже к телу. Достаточно тоненький. Прям вот на лето, на жаркие вечера. Очень классный. И штанишки, все прям вот идеально. Сейчас покажу вам поближе. Смотрите, вот такой вот орнамент сбоку. Рукавчик тоже достаточно длинный. Мне нравится. Вот у меня есть другие костюмы, они как-то поплотнее. Здесь у нас какой материал? Какой у нас тут материал? Ну, это хлопок, но какой хлопок, интересно? Вот у меня этикеточка. Ну, просто написано, что 100% хлопок. А прям такое ощущение, что здесь как будто вискоза. Ну, не знаю, он очень приятный прям. И достаточно тоненький. Внизу у кофточки вот такая резинка. На штанишках внизу тоже резинка. Сейчас покажу. Вот. Классный костюмчик, мне очень нравится. Вот так выглядят мужские штанишки. Очень классные. Тут тоже, кстати, есть карманчики. И вверху у нас просто резинка. Без веревок, без всего. Отличные. Тоненькие, классные, хорошие. Застелила покрывало на наш диван. Кстати, нам просто идеально подходит под цвет мебели, штор. Прям просто идеально. Это невероятно, девчонки. Это такая мягкость. Просто, просто кайф вообще. Оно оказалось таким огромным, что даже, в принципе, я могла бы взять и поменьше. Очень круто. Все завалилось? Да, класс. Класс, да. И оно, что у нас тут меняет, да? Погладить в одну сторону темное, в другую сторону светлое. И белое. Мягко? Да. Вообще супер. Тоже и под детскую мебель нам подходит. У нас тут в цвете венга тоже вот кровать. Все, будешь теперь валяться? Да. Супер. Покрывало вообще, девчонки, прям вот, вот просто огонь. Просто огонь. Очень мягкие. Ой, так классно трогать. Потрогаю так вдоль полосочек. Прям как массаж для рук. Да? Да. Вот полотенце. Этикеточка, кому интересно. В общем, полотенца классные. Я их очень полюбила и прям вот буду брать только их теперь всегда.
Вот накладная, чтобы сориентировать вас по ценам. Ну вот и все, мои хорошие. Я безумно довольна каждой вещью. Просто супер. Василек радует всегда своими посылками, всегда их ждешь с нетерпением, с удовольствием открываешь и вообще с превеликим удовольствием пользуешься. Ссылочку на сайт оставлю под видео, а также на Инстаграм, где Василек опубликовывает посты со своими новинками и самыми такими ходовыми товарами. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Если было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем пока-пока!